успешно 26 июня войска Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Мартунинского, Аскеранского, Шушинского и Мартакерского районов. С армянской стороны жертв нет, сообщает армия обороны Арцаха. О нарушении режима прекращения огня сообщили командованию российских миротворческих сил. 17 пациентов с 11 сопровождающих перевезены из Нагорного Карабаха в Армению. Переезд осуществлен при посредничестве и в сопровождении Международного комитета Красного Креста. Также в течение дня на машинах Красного Креста планируется вернуть в Арцах 17 пациентов и 8 сопровождающих, которые в свое время в рамках госзаказа были направлены на лечение в Армению. МИД Арцаха поблагодарил конгрессменов США за служение по теме «Защита народа Нагорного Карабаха» в Комиссии по правам человека имени Томаса Лантоса. Проведение слушаний в подобном формате является важным шагом с политической и моральной точек зрения. Экспансионистская и милитаристская политика Азербайджана является серьезным вызовом и угрозой не только для армянского народа и государственности, но и региональной стабильности и цивилизованного мира в целом, говорится в комментарии МИД. Выражаем искреннюю признательность нашим друзьям в США за непоколебимую и принципиальную позицию. Надеемся, что проведение подобных случаев в преддверии предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана на следующей неделе в Вашингтоне может стать важным импульсом для решения стоящих перед народом Арцаха проблем, говорится в заявлении. 27 июня главы МИД Азербайджана и Армении готовы начать новый раунд мирных переговоров в Вашингтоне. Об этом азербайджанскому агентству Туран сообщили два дипломатических источника в Вашингтоне. По их словам, переговоры, которые изначально должны были начаться 2 недели назад, были отложены по причине проблем, связанных с графиком. Других причин, кроме графика, не было, сказал один из дипломатов. Напомним, что переговоры были отложены по просьбе Азербайджана. Другой источник агентства сообщил, что переговоры могут продлиться несколько дней до 29 июня. Главы МИД двух стран также встретятся с представителями Совета национальной безопасности Белого дома. Добавим, что предыдущие переговоры в США проходили 1-4 мая. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что армия обороны Арцаха не является серьезной угрозой для Азербайджана. С ней может справиться один азербайджанский корпус. «Мы знаем их численность, их вооружение, знаем их морально-психологическое состояние, знаем, на что они способны. Я вас уверяю, как отметил господин президент, у них нет абсолютно никаких шансов на какие-то действия, которые они могут провести против азербайджанской армии», заявил он в интервью азербайджанскому телеканалу CBC. Гасанов озвучил угрозы в адрес арцахцев. «Должны признать азербайджанские законы, и кто хочет проживать на территории Азербайджана в законном порядке, пожалуйста, пусть живет. Кто не хочет, дорога открыта. Могут уехать и проживать там, где им хочется», подчеркнул Гасанов. 26-27 июня Армению посетит старший советник Госдепа США Джастин Фридман. Фридман встретится с высокопоставленными официальными лицами Армении и отраслевыми экспертами, чтобы обсудить перспективы армяно-американского сотрудничества в отношении безопасного и надежного энергетического будущего страны, сообщает посольство США в Армении. Оккупационные власти Запорожской области заявили о ликвидации 2 террористов в Бердянске. Один из них – это 16-летний подросток Тигран Аганесян, пишет РБК Украина. 16-летний подросток ранее задерживался оккупантами за проукраинскую позицию. Уголовное дело об организации вооруженного мятежа основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным юридически не прекращено. Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Беларуси Александра Лукашенко. Напомним, что по результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря. В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим КТО, пишет русская служба BBC. «Все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции, сняты», написал Собянин в своем телеграм-канале. Минобороны РФ распространило видео, на котором показано, как утверждается посещение министром обороны Сергеем Шойгу передового пункта управления одного из объединений западной группировки войск, пишет «Медуза». Глава российского военного ведомства провел совещание с командирами, сообщила Минобороны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как пишет Анадолу, об этом сообщает Управление по связям администрации президента Турции. Стороны обсудили последние события в России. Эрдоган выразил надежду, что события станут новой вехой на пути к справедливому миру в Украине. В ходе переговоров затронута тема членства Швеции в НАТО. После новости о том, что глава ЧВК Вагнер уйдет в Беларусь, Польша решила укрепить свои восточные границы, пишет Евроньюз. Следят за ситуацией в странах Балтии, а также в Финляндии. Президент Литвы Гинатас Науседа заявил в воскресенье, что НАТО придется усилить свой восточный фланг, если Беларусь будет укрывать Евгения Пригожина и его войска.
Попытка мятежа группы «Вагнер» показывает, что военная машина России дает трещины из-за войны в Украине. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Политическая система показала свою хрупкость, а военная мощь дала трещины. Тревожно видеть, что Россия, будучи ядерной державой, может войти в фазу политической нестабильности, сказал он. Монстр, созданный Путиным в лице «Вагнера», кусает своего создателя, прокомментировал он события минувших выходных. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Собеседники обсудили региональное развитие, а также дальнейшее развитие отношений между странами. Стороны подчеркнули важность взаимных визитов и контактов на высоком уровне. Армянские юристы объявили забастовку. Они не участвуют в судебных заседаниях и следственных действиях в органах досудебного производства. В ходе дискуссии в палате адвокатов председатель палаты Симон Бабаян заявил, что причиной их действий являются участившиеся случаи насилия против адвокатов в полицейских участках.